Ну что ж, пропустил я опять-таки ход. Восстали у нас здесь повстанцы, причем очень такие интересные. И тут еще гуроны на нас напали. Осадили зачем-то. Вот. Задача один. Тут восстали, причем восстали какие-то кунукрады, северяне, северяне, драгуны. Я понятия не имею, что это такое. Вот, я подумал, а почему бы не попробовать замириться с этими индейцами, давайте попробуем. Потому что эти, ну, почему мирюсь, потому что вот здесь, вот, эта вся толпа идет вот сюда на нас. Нам нужно от нее защищаться, а индейцы пока что подождут. Тем более, что ну, сюда я явно сюда не пойду, ни сюда, ни сюда. Мне тут не хватит ни войск, ни ничего. Они вот нам постоянно портят, вот, ломают, отвлекают на себя. Против них там сражаешься, теряешь, тратишь деньги на пополнение и так далее и тому подобное. Поэтому давайте мы с ними будем пробовать замириться. Ой. Так, что у них там на флаге? Какая-то черепаха, то ли что это такое? Может, они... Чуть-чуть не вижу. А где они? Это не то, это не то. Не то, не то. То, не то. А во. Просто какой белый флаг. Давай мы с тобой помиримся. Отлично. Подписан договор мирный. Можно еще с американцами попробовать. Так, отсюда они ушли. Но с американцами пока что не буду. Хотя вот эту армию я все же отправлю к, вот сюда, к французам, в Квебек. А тут, ну, будем просто смотреть... будут ли отсюда американцы на нас наступать. Если будет наступать, то попробуем тоже с ними заключить мир. Вот, пока что. Так, давайте попробуем увести отсюда свои основные войска. Так, если сюда идти, то мы вот так будем идти. Просто интересно. А, тут все нормально. А, ну это без налогов. Ну и так нормально с налогами. Заберись. О, можно еще нанять себе хотя бы один полк. Понятное дело, что если будет атака, то эта армия ничем тут не сможет защитить, не поможет. Так, ну так идти это через американскую землю. Ну, хотя другая, какая разница, так быстрее будет. Вот. А этим ребятами можно, в принципе, даже вот так будет сюда зайти, там посмотреть, разведать чудо как. Вот, а потом свалить. Раз уж у нас здесь все вроде бы как нормально. Так, погрузка-выгрузка. Сюда бы я бы запихнул еще немножко войск. Ну, хотя бы вот этих двоих. Ну, давайте еще один вот этот. Так, вот. Я ведь погрузил их? Да, погрузил. Ну, хорошо, например, я их высажу. А они смогут дойти или не смогут? Ну, это вопрос. Просто если вот эти на них нападут, то, считайте, я проиграл. Они, наверное, будут сразу нападать на следующий ход. Давайте сохранимся. Быстрое сохранение. И сюда он не может никак. Блин, он тут стоял, нигде не двигался, я его тут перевез, и все, он не может никуда идти. Это, блин, тупо. Очень тупо. Так, ну давайте отремонтируем это. Тут у нас уже торговля исчезла, никуда не идет, никто не торгует.
Так, так быть не может. Хорошо. Тут у меня есть раз, два, три. Еще, наверное, один кавалерист. Пока там французы дойдут. И еще вот этот перенек. Линейник. Он нам тут не помешает. У меня тут пол армии тоже. У французов какое-то сраное ополчение. Но, правда, у них... Не, ну у них тут нормально. Такие более-менее нормальные армии. Много, конечно, индейцев. Можно и себе попробовать индейцев нанять, но что-то не знаю. Не хочу. Так, у нас осталось 1500, а было 3 с чем-то. По сути, ничего даже не сделал. Ну да, нанял 2 отряда и все. И денег у тебя нету. Хорошо. Тут, кстати, я уже разрушил французам порт. Так что, как видите, они уже тут по нулям получают. Еще у них один торговый порт здесь, на юге. Ну, сюда я пока что не могу зайти. И у меня там есть, ну, идет еще один флот мой. Вот, доход у меня, конечно, бедный, маленький. Так, тут... Везде есть налоги, отлично. Тут вообще, смотрите, какие они рады. Прям, я не знаю, так тешатся, что... Будто бы я им там, не знаю, чем намазал. Хлеб с вареньем. Ну, давайте уберем здесь освобождение от налогов. Ну, хоть немножко больше будет прибыли. Торговля очень упала. Ну, вот. Здесь есть греки. Я тут пробовал. Вот даже сейчас я разорвал с греками торговый договор. Не разорвал. Ну, я, короче, пробовал в предыдущий раз. Сохранился, потом попробовал разорвать. Ничего не дал, я не смог ни с кем больше заключить. Тут именно что проблема не во мне, а в том, что они, вот эти страны, они не могут со мной торговать. То есть то, что у меня там есть договоры торговые, это, ну, по идее, ни на что не влияет. Так что пусть себе будут, они, как говорится, места не занимают. Ну, как бы занимает место, но... Ну, ничего страшного. Так, эти что-то отступили. У них вроде бы еще с американцами идет война. У французов. Так что их там еще американцы могут немножко щупать. Багамы хочешь, Фридрих? Ну, раньше ты хотел землю Руперта, теперь ты хочешь Багамы. Тоже пробовал заключать с ним мир. И деньги предлагал, и предлагал технологии. Уже научился, как их делать. Там нужно внизу выбрать технологии, внизу нажать на галочку. Дошло наконец-то до жирафа. Не хочет никак. Ни право прохода не хочет, ни торговлю сразу ему предлагал. Ни в какую. Ну, не хочет, так не хочет. Это его дело. Тут война тоже какая-то позиционная идет. То же самое. Ни шведы, ни русские никак не могут друг друга переломить. Танцуют там возле Петербурга. Хотя в этом году еще Петербурга и не было. Но на карте он уже есть. Вроде не было. После Северной войны вроде бы его основали. Кажется. Ну, отлично. Враг вторгся, не пошел на нашу, провинцию, не, на наше поселение. Вот. Он пошел куда-то далеко, ну и, смотрите, было 500, стало 200. Нормально. Тут какая... 2700, да блин, да что такое? Почему постоянно падает прибыль, я не понимаю. Чего она падает постоянно? Тут еще и начали торговлю. Ну, как бы я нанимаю, конечно, войска, но не в таких количествах. Чтобы оно сразу упало, было 3500, стало 2700. На 800 монет сразу упало.
Не, ну там от торговли, конечно, зависит. Ведь торговля, она постоянно меняется. Так, а французы? У французов еще пока что нету их флота. Он где-то здесь. Хотя, возможно, он где-то тут стоит. Я просто его не вижу. Но мне кажется, что его нету пока что здесь. Так, что тут? Франция уже отремонтировала. Ах ты, Франция, Франция. Тут можно, конечно, встать вот сюда и просто грабить. Но там тоже какие-то копейки получаются. Смотрите, сейчас у нас 2750. Если грабить, 150 монеток. Я думаю, лучше получить врага прибыли, нежели получать 200 монет у несчастных. Испанский флот тут, бляха-муха. Линкоров полно. Фрегаты большие тоже есть. Но нам пока что нужно отремонтироваться. Вот этих ребят нужно отремонтировать. Так что пусть идут сюда. Хотя можно стать сразу на... А хотя тут что, ноль? А не, стоп. Вот так там ноль. У Франции больше никого тут нету, кто бы, ну, из наших врагов. Странно. 3300. А если... Что-то я не понимаю. Ну вот ноль. Вот. Даже если нету прибыли, то я получаю деньги. Чего? Ну этот флот не буду ставить, там два корабля всего. Вообще их можно сюда запихнуть. О, 3300. Хотя так и осталось 3300. Ну пусть тут будут, пусть охраняют. Так, у нас что получается? Это уже третьего ранга линейный корабль. Фига себе, это еще лучше те, что мы, те, что я покупал здесь. Ну и один галеон. Раз, два, три. Не, это четвертый. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Ну, пять больших можно считать кораблей. Фрегаты это такие поменьше. Ну и здесь, наверное, можно убрать армию. Хотя я... Лучше пусть сидит. Так, американцев на горизонте нету. Угу. Атаковать могу. Отлично. Ну, правда, тут такая земля неплохая. Тут леса, холмы. Сейчас будет сложно тут сражаться. Ну, попробуем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я вообще всех назад. А не, нормально, нормально. Более-менее нормальная территория. Но они где-то, скорее всего, что будут стоять вот на этом холме. А может и пойдут в атаку, их там тоже немало. Вообще на их месте я бы вот сюда вот этот холм пытался занять. Тут, да, тут хорошая бы получилась оборона. Но я не на их месте. У них тоже там есть кавалерия. Много. Так, вроде бы всех взял. Вот так вот. Это у нас резерв. Это у нас тоже резервы. Так, пушки. Пушки на макушке. Где бы их тут поставить? Ну, куда-то сюда, наверное. Хотя не факт, что им тут дистанции будет хватать. Ну, давайте вот сюда поставлю. Правда, у них там тоже кавалерия есть. Рискованно немного. Ладно, давайте вот этих ребят тут поставим для защиты пушенцей.
Вот, да и вроде бы все. Кавалерию куда-то на один фланг. Она у нас такая себе, не очень-то сильная. Так, это у нас Ctrl-1. Гренадеры пусть здесь стоят. Это у нас Ctrl-2. Начать бой. Угу. Ну. Так, пушка. Давай сюда куда-то будем валить. Хотя, а ты что такое? Угу. Так, слышу. Но они вроде бы идут сами на нас. Ну пусть идут, потому что вот поставили эти рогатки. Тут у нас что, индейская кавалерия, да? Да. Так медленно идет. Слоумо. Но они, ну не знаю, то ли идут на нас, то ли что они делают. Пока что стою, пока что ничего не делаю. Хотя можно немного по-другому расставить ребят наших. Вот так. Не, они идут на нас явно. Музыка такая французская. Похоже, как, знаете, в этом сериале. Ну, не сериале, а в фильмах про жандармов. Там такая похожая была. Так, кавалерию давай сюда, на этот фланг. Тут вижу их вражеская. Тут что-то собирается. Так, парни. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну. Строимся. Строимся. Стройся. Не-не-не-не-не, так вам не получится. Так вам не получится, ничего. Вот смотрите, стоять нормально вперед, а вот это, ну, как бы линия стрельбы, или как это назвать, не знаю, зона стрельбы, выставлена типа в бок. Так что они там подходят. Ну, раз уж они сами хотят нас атаковать, то флаг им в руки. Так, тут нужно включить ближний бой. Стоп, 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 какие-то копейщики. Да. Так, подарочки полетели. Ох. Ох, попали. Красиво. У меня там уже вроде бы... А, не-не-не, мне еще не исследуются разрывные снаряды. Было бы хорошо их получить. Так, ребята, чего вы тут так стоите некрасиво? Давай. Пока что никуда не идем, у них артиллерии нету. Нам некуда спешить, пусть сами нас наступают. Так, пошел замес. Ребята, главное, не убегайте. Так, это что это? Да, это всадники. Сейчас мне кажется, что они пойдут в ближний бой. Так, арта, ты давай вот сюда вот эту линейную пехоту. Какие-то охотники. Нормально, нормально тут их. Ого. Фига себе, даже не видел, как он тут прошел. Заходит то ли на фланг, то ли что. Это у них за маневр такой непонятный. А, они тут стреляют просто, да? Из луков. Я не знаю, на что они тут надеются. Ну, тут у них есть шанс, конечно, нас опрокинуть. Потому что они тут собрали больше войск, чем я. Но я могу их тут немножко
Понервировать, понервировать. Давайте так и сделаем. Так, пошел в атаку. Давай, 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 паренек, давай, 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 давай. Так, замес идет. Это дрогнуло. Этому тоже, я думаю, немного осталось. Так. Хорошо зашел. Враг мигает. Эти уходят уже, да? Ну тут неплохо нас, конечно, потрепали, но мы их тоже раздали на орехи. Ну тут вроде бы все нормально. Так, ты давай попробуй их добить. Ты давай сюда. Вот это добиваем. Уй, назад, 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 назад. Вы, ребята, давайте на помощь. Так, сюда, срочно. Ну, видите, убивает, убивает. 8 человек, тут еще 6 потеряли. Но тут был ближний бой, потому много и потерь. Так, что, все завершили. Давайте пока что этих попробуем там разобрать. Ага. Ну хорошо, пусть добивает, чтобы их там не было у нас уже на карте мира. Так, ой-ой-ой, что вы тут творите? Что вы творите, а? Так, быстро, быстро, быстро. Вот этих парней можно сюда будет вывести. Правда, нет, давайте с фланга. С фланга нужно зайти. В идеале. Так, тут враг пытается обойти. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все дружно станем вместе. Давай сюда. Кавалерия что там? Добивает. Вроде бы как добивает, добивает. Да, уже добила. Ну, сюда врываться кавой как-то стрёмно немножко. Опа. Опа. Опа, опа, опа. Да, это французик. Третий бьют. Бьют наших. Бьют. Охотники, встань пока здесь. Вот эти охотники мне не нравятся. Не, конечно, тупо вот сделано, что такие маленькие отряды у полководцев, их просто легко убивать тогда. Давай, 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 режь, 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 режь. Есть, готов. Уходим, уходим отсюда. Чё, подарков захотелось, да? Во фланг, смотрите, какие хитрые зашли. На, получай. Ах ты, блин, козел. Вперед, 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 вперед. Так, можно подключать. Ну все, враг дрогнул, враг побежал. Давайте хоть немножко кого-то поубиваем. Хорошо. Так, и что он тут добил? Добил. Давай этих. Ну все тут. А че они не сдаются? Кстати, тут где-то еще был какой-то отряд. А, он тоже убежал. Линейная пехота стоит. Это во мне это. Сейчас тоже, конечно, побежит. Никуда он не денется. Так. Один давай здесь нарезает. Оливье французское.
Гренадеров, конечно, жаль, что потерял. 10 человек. И ну, тут тоже большие потери. 30 человек. Тут тоже. Ну, учитывая, сколько мы их убили, то это вполне себе нормально. Так, убиваем, убиваем, убиваем. Ребята, ну убивайте, ну выходите рядом. И не можете никак их тут добить. 4, 2. Один. Так, тут еще... ага. Ирландский пехотный полк, кстати. Тоже ребята непростые. Это вам не это. Так, да, этих тоже ирландцев нужно убить. Ополчение этих может и убегать. Что они развернулись, не? На. Все, побежали. Побежали, побежали. Ну, вроде бы все, не? Ну, вроде бы все бегут уже. А, он... Ясно. Один какой-то отрядик небольшой там стоит. И ты его фиг достанешь. Арта... Не, арта не достанет. Давай. Не, ну я тут должен их добивать. Ты этого, а ты вот этого. Так, ты тоже разобрался. Ладно, не буду. Давай вот этих ребят убиваем. Ну, я думаю, можно уже ускорить. Так, артиллерия, стоп. Не надо. Ну что ж вы так тянете резину-то, а? Да, тут нужна музыка из Бенни Хилла явно. Так, этих забрали. Там я кавалерией разберусь с этим отрядом. Он, походу, застрял возле заборчика. Они иногда так тупят. Цепляется за забор, да. Он стоит. Причем как-то разделился. Короче. Короче говоря. Не, ну неплохо, неплохо так с французами тут разобрались. Видите, с ними проще, чем с индейцами воевать. Реально, реально проще. Так, эти что там не могут никак добить? Сколько их там человек осталось? 20? А, 3 штучки. Ну ладно, пошли сюда. Так, ты тоже туда иди. Там. Ну, по идее, такие маленькие, они должны ну, умирать, такие отряды. Ладно, ребята, давайте я поставлю тут на паузу уже, когда загружусь, тут добью. Ничего такого страшного. Не понял. Что происходит? Чего они убежали-то? Бляха-муха, они... А, господи, а. Вы посмотрите. А, ёпперисы-то. Они наткнулись. Ну чё ж ты такой тупой-то, а? Ну, блин, нужно пехоту сюда заводить. Блин. Ну, опять та же самая ошибка идиотская.
Опять эти коли, чё же они не могут нормально проходить через них? Да сюда, давай, иди. Блин, чё они нам? Да пипец, опять потерял. Ну, тут тоже, ну да, не один. Ладно, ребята, все начиналось отлично, закончилось как всегда. Встретимся уже, когда завершится эта битва, так что пока что ставлю на паузу, а потом посмотрим. Ну что ж, завершилась битва. Вот такой вот у нее результат. Мы потеряли 326, враг 1029. Причем из этих 300 где-то штук, наверное... Тут 13, а это сколько? Да, 14. Наверное, штук 50 это нашей кавалерии, которую я потерял там на колях. Причем, да, 3 отряда осталось, один отряд я полностью... Ой, блин, это просто жесть, ребята. Ну как так можно было? Как так можно было тупануть? Я не знаю. Хотя вот тут написано, что осталось 4 человека, но, наверное, он полностью... был истреблен, ну, не вернулся с поля боя. Это просто пипец, просто пипец. Да ладно. Или он где-то есть? Да не, вроде бы нету. 3 штуки, да. Can't do it. Да понятно, что ты can't do it. 3000, ну надо... пополнится по-любому. Вот тут нанимать я таких же драгунов не могу. Вот эти драгунские колониальные, они что-то вообще еще такое впечатление, что они еще хуже. Ну вот такое, не страшно, прорвемся. Так, тут мы нападали, но эта битва показала, что французов здесь можно бить. Так, 0%, да. Но тут, похоже, все же надо будет разрушать вот эти постройки. А, это у нас железный рудник. Ну, ладно, пока что не буду ремонтировать. Ну, я имел в виду вот эти вот фигвамы, в которых следуются эти технологии. Тут это... Ну, пусть пока что исследуется. Ну, тут, короче, нужно строить церковь, чтобы обращалась, потому что этот придурок ничего сделать не может. Сдохни, тварь. Сдохни, пожалуйста. Чтобы мне дали другого священника. Надеюсь, дадут. Вот. Ну, здесь пока что сидим. Сидим тихонько, никуда не лезем, потому что тут кавалерии очень много. Эти наши, вот эти, ну, вот эти вроде бы могут вставать в каре, а вот ополченцы, они вряд ли. Скорее всего, что не могут. Вот, хорошо. Что у нас там по времени? Так, 40 минут, где-то 30 с чем-то минут. Хорошо, ребята, будем на этом завершать серию. Вот, так что я благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока, до новых встреч в эфире.